Жительница Уфы на шоу «Голос». Еще 10 марта стало известно, что Гульнара Байгузина прошла этап слепых прослушиваний телевизионного вокального конкурса. Но что же дальше? По словам Гульнары, наставничество Антона Беляева оказалось для нее подарком судьбы. Вместе они работают на студии каждый день. Девушка считает, что именно наставник помог ей найти новые и уникальные пути в музыке. То, что произошло, для меня, конечно, огромный шок, ступор в каком-то смысле. Поэтому я даже не задумываюсь о победе. Для меня уже очень ценно побывать в этом проекте, насладиться этой атмосферой и посмотреть изнутри, как это все происходит. Теперь я вижу, что это большая работа, и та картинка по телевизору, которую мы видим, идеальная, за ней стоит огромная плодотворная работа огромнейшей команды, и это очень интересный процесс. Гульнара Байгузина пока не строит планов на будущее и считает проект хорошей площадкой для развития собственного творчества. Девушка верит в себя и в свою победу. Она признается, что уже счастлива. Ну а мы желаем Гульнаре самых больших побед как на проекте, так и за его пределами.